Остановка как тренировка. Водителям придется привыкать к шлагбаумам на северном участке западного скоростного диаметра. Несмотря на то, что проезд по платной дороге пока еще бесплатный, сегодня в 7 утра начали работать контрольно-пропускные пункты. Платить за проезд, повторю, пока не надо. На КПП водители лишь получают буклеты со схемой развязок и картой пунктов взимания платы. Цель тестов – проверить готовность оборудования и квалификацию персонала. Проверка займет несколько недель. Когда она закончится, ожидается, что цена проезда по скоростной трассе составит до 30 рублей для легковых машин и до 100 рублей для грузовиков.